Участвовать в проекте Мухтара Блязова через Телеграм. Показываю. Сначала необходимо зайти в приложение своего банка и установить месячный лимит на переводы средств через интернет. Можете выбрать лимит на разные суммы. В пределах установленного лимита сможете осуществить переводы. Если лимит не установлен, то вы никакую оплату провести не сможете. Далее заходим в Телеграм, нажимаем поиск. И пишем латинскими буквами сначала собачка, далее валет. После этого выбираем кошелек с синей галочкой. Нажимаем старт. И открыть кошелек. Те граждане, которые хотят вложить в проект больше 100 тысяч тенге, могут столкнуться с проблемой лимита самого телеграма. Допустим, вы захотите там пополнить свой кошелек просто минимально на 10, 12, 15 тысяч тенге, то оставляем именно эту же опцию. А если больше, там 100 тысяч тенге, и если у вас нет удостоверения личности, выбираем экспресс-покупку. Но сейчас покажу, как это будет выглядеть через банковскую карту. Вот банковская карта Тонкоин, и выбираем 50 Тонкоинов. И у вас как бы Telegram попросит пройти верификацию, но только через паспорт. Только через паспорт у тех, у кого нет паспорта, а только удостоверение личности, то вам необходимо будет выполнять вот такие вот манипуляции. Нажимаем «Другие активы», выбираем «Тонкоин», нажимаем «Пополнить» и выбираем «Экспресс покупка». Нажимаем «Тонкоин» и сразу, если казахстанской тенге, то «Далее» и пишем, допустим, мы хотим отправить 180 тысяч тенге, точнее вложиться. Нажимаем «Купить», вот «Верификация по удостоверению личности». И здесь мы выбираем ID-карта. Либо можем выбрать водительское право или паспорт, но мы сейчас оставим ID-карту, то есть удостоверение личности. Нажимаем «Далее» и «Загрузить лицевую сторону своего Своей удостоверения личности Здесь я не буду показывать данные Вот загрузил лицевую сторону После этого загрузить обратную сторону Грузится Нажимаем продолжить И после этого нужно будет снять свое лицо на видео Нажимаем продолжить Открывается камера. Нужно будет разрешить доступ к камере к телеграмму. Нажимаем разрешить. Еще раз разрешить. И так далее. Медленно поворачивать голову по кругу за зеленым индикатором, чтобы кружочек везде стал зеленым. Вот данные загружены. Обработка данных. Пароль верифицирован. Все, прошли. Это было как пример, но для того, чтобы дальше показать, каким образом идет покупка, то в таком случае я выберу немножко меньше суммы, потому что это просто видеоинструкция. Итак, нажимаем пополнить. Экспресс покупка. Нажимаем тонкоин. Казахстанские тенге далее. И пишем здесь у нас, как пример, 16 тысяч тенге купить 5 тонн коинов. Показать еще, но здесь видите Форта Банк, это лучшая цена, оставляем лучшую цену. То есть Форта Банк, то здесь есть и Алтум Банк, Халых Банк, Каспи Банк, Жусам Банк, все банки. Нажимаем далее, оставляя Форта Банк, подтверждаю сделку и жду. Здесь я немножко перемотаю, потому что ждать придется несколько минут. Вот больше минуты жду и вот Покупаю у Daring Terrip. Открывайте форта на своем устройстве, отправьте 16 тысяч. И надо будет скопировать 16-значную цифру этого банка. И после этого обратно зайти в приложение своего банка и отправляем необходимую сумму на карту продавца. Здесь Каспий Банк ничего не показывает. Вот уже перевод я совершил. Теперь обратно захожу в кошелек. Платеж отправлен. Где можно найти в деталях перевода чек? Можно так в приложении банка. И нажимаю «Выбрать файл», чтобы загрузить чек. А у меня здесь чек как PDF-файл. «Подтвердить и отправить». Нажимаю «Отправить». Жду подтверждения. Это может занять вот примерно 10 минут. Если будет долго, то, естественно, мы не будем переживать. Вот платеж подтвержден. Теперь открываем кошелек. Ждем, пока загрузится. Вот тонкоин 15811 тенге. 5 тонкоинов мы уже успешно купили. Теперь обратно заходим на канал Мухтара Блязова. И здесь можете увидеть везде публикации Мухтара Блязова и UKA, которые начинаются. Либо просто нажимаем на закрепленные любые посты. И после этого спускаемся вниз. И в сайте кошелек выглядит так, тонкоин. Нажимаем на нее UKA 9pz, вот который заканчивается. Текст скопирован. Теперь обратно заходим в кошелек. Посмотрим баланс. Теперь нажимаем другие активы, Тонкоин, нажимаем отправить, внешний кошелек и нажимаем вставить. Адрес поставлен, нажимаем далее и пишем 5 и 3 Тонкоина, подтвердить и отправить. Тон То уже в пути, успешно мы смогли отправить тонкоины. Отлично. Вы успели на коэффициент 100. Если же у вас есть какие-либо страхи или сомнения касательно пополнения кошелька, то в таком случае прошу сразу же написать мне в Телеграм. И самое главное, не попадитесь на мошенников. Алга Казахстан.